Ага. Покажи книжку. А вот. Покажи книжку. Деревня Соскосельского дворцового управления по проселочной дороге, число дворов 50, число душ 171 метр на душу, что такое, чуть того. Это на 1856 год. Это больше 200 лет, это 150 лет назад где-то почти. Деревня Ужения при речке Кузьминке, число дворов 50, число жителей 144 МПМ. Это на 1862 год. А вообще, самое большое в 1932 году в Шужанском национальном сельсовете начислялось всего дворов 257 с населением 1196 жителей. Русских 30 дворов с населением 143 человека и финнов 227 дворов с населением 1053. Сколько хачей было? Да, тут о них не знали. Были большие гары, малые гары, Николаевская, Шушары. Такие все гары, Сусары, Гансеры. Шушары. Короче, и продолжение следует. А Шушары были? To be continued. Шушары были? Шушари. To be continued. Шушари. Что еще будем? Пить, курить, пить. Всегда в рюкзаке мне приносит он что-то. Мой папа очень умный. Ему по плечу сквозное даже дело. Еще? Он шаглан. Озорник. И покасник. С ним каждый. Слушается. То, что праздник. Праздник. А мой папа волшебник. Он самый хороший. Он в мир превращается. Что попросишь. Он может быть клоуном, тигром, жирафом. Но лучше всего он умеет быть папой. Его обниму я. И тихо шипну. Мой папочка, я тебя очень люблю. Ты иди, самый заботливый, ты самый родной, ты добрый, ты лучший. И ты только мой. Все. Теперь иди свой. Здоровый, здоровый. Да. Пап, дай мне
жвачку. Приехали.